Вадим, я переехал в перекресток с Рафаром. С Рафаром Роуд. Так. И поворачиваю на Додер Парк Драйв. Не надо на Додер Парк Драйв. Надо по Додер Роуд Аппер. Прямо ехать. Прямо ехать. Хорошо. Да. Хорошо. Прямо. Я уже где-то тут тоже подхожу, я не вижу светофор уже. Ага. Женщину с зонтиком, видишь, а вот и я. Да. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, уже до Талы недалеко, в принципе. Ну да. Город. Города. Ой, а ты какими судьбами? Да. Я успею обойти. Жене попал бы я на Крисмас. Это мне выговор сделали за последние 25 лет. Я думал, блин, я может спишь, проспал все посольства опять. Ну чуть не проспал. Что-то, блин, вчера плохо чувствовался. Шел. Считаю, во сколько? Часов 6 вечера я лег спать. Спал хреново, все время просыпался. Потом что-то пошел вот так вот. Чувствую, как тут простуда какая-то начинается. Светлого лемсипа даванул. Темсипа еще лемсипа давал. Ну, сдал документы на паспорт, все. Я это самое, знаешь, зашел, да? Сейчас скидки его. Смотри. За 16 рублей. Может, на лето тапочки. Может, тоже это? Кварки, да? Кварки. Может, фирма. Не, у них нормально, прилично. Ну, ты же сейчас нельзя, можешь тоже зайти, пока это. Ну, я сейчас вот я посмотрю, что мне выплачивать начнут. Я же прекратил социалку. Я говорил тебе? Вчера же письмо. Ну, говорим вроде как. Да, ну в пятницу сказали. Ну, пойду посмотрю. Я самое редко по этим магазинам, да, ну вот сейчас как бы скидки, можно там три пары купить и забыть. Ну в принципе так и нужно, да. Потому что я вот на год практически одежду себе купил. Прошлый Крисмас. Ну так. Штаны купил, там рубашку, там какую-то обувь взял. То есть все это за платеж. Ну, дешевле, чем оно стоило, там чуть ли не в два раза всего функции. Точно, потому что этот девайс сам уже не делаешь. Либо от чего-то, либо как-то не нужно. Девайс. Не, если скажу рублей 20, я готов. Если там 50-60. За 50-60 то просто жесткий диск. Жесткий диск я куплю. Хрена. Спроси. Я вообще не пойму, зачем тебе этот девайс. Мне проще жесткий диск купить, он настолько. Так хоть здоров, я его это оформлю коробку. 320 гигов. А ты хочешь с жестким диском делать? Да. Короче. Большой. Большой. Ну спроси. У тебя на той неделе не будет еще? Будет. Будет? На той неделе мы во вторник. Там же последний день. 23-го. Потому что праздник начинается с счета. Ну, 23-й, в общем, понедельник, вторник у нас обе группы совместили.
в одну группу будет в понедельник. Хорошо. Нам лучше ехать по М5 и... Чем через Талпу, да, наверное? Ну да, наверное. Там 10-й сразу. Да, заехали.